Спасатели провели учение по тушению условного пожара на Нафтане в Новополоцке. По сценарию произошла массовая атака дронов. В результате произошло возгорание колонны с бензином, а затем из-за повторной атаки загорелся резервуар, что привело к разливу топлива. В первую очередь это обеспечить безопасность наших граждан, оперативно прибыть к месту ликвидации чрезвычайной ситуации, приступить к ее ликвидации, а также войти во взаимодействие с руководством предприятия по минимизации последствий. Мы применили вновь поступившие на вооружение насосные станции с производительностью 150 литров в секунду. Применили новые установки по пенному тушению пожаров. Для борьбы с пожаром были задействованы автоцистерны, высотная и другая аварийно-спасательная техника. Всего для проведения учений привлечены 90 человек личного состава и 16 единиц техники МЧС. Учения с подобным сценарием спасатели провели впервые. Конечно же, мы наблюдаем, изучаем, что происходит на территории Российской Федерации, на территории Украины, для того, чтобы подобные достаточно сложные производственные предприятия по производству, переработке нефтепродуктов, они были хорошо защищены от подобных, условно говоря, диверсий, чрезвычайных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться нашим соседям. Глава ведомства отметил, что учения прошли успешно. Основная цель – проверить готовность спасателей и техники – достигнута. Каролина Прокофьева, агентство «Минск Новости».